Доброе утро! Вы смотрите «Утро» на ОТВ. С вами Елена Краева и Наталья Гончарова. Здравствуйте! Встречайте новый день с нами, ведь сегодня вы увидите, как всегда, много интересного. Итак, дороги и безопасность. Эти темы стали одними из основных в ходе ежегодного отчета главы округа Андрея Иванова. Нужные преобразования. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проверил ход благоустройства дворов в Одинцове. Ко дню госавтоинспекции. В преддверии профессионального праздника жительница округа поздравила сотрудника дорожной полиции Максима Соловьева и еще раз поблагодарила его за отзывчивость. Образование и медицина. Какие изменения произошли в этих направлениях в округе и над чем еще предстоит работать в сюжете ОТВ? Губернаторская программа. Насколько региональные меры соцподдержки помогают привлечь педагогов в подмосковные учреждения образования, выяснил наш корреспондент. Сегодня понедельник, 3 июля. В этот день, в 1885 году, Карл Бенц провел первое испытание своего автомобиля. Конструкция представляла собой двухместный экипаж на трех высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор мощностью 0,9 лошадиных сил. Машина Бенца развивала скорость 16 км в час. По тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. Предлагаю узнать, какими еще интересными и значимыми событиями запомнилось 3 июля. Июля 1608 года основан форт Квебек. После открытия Жака Картье, первого европейца, ступившего на канадскую землю, Самуэль де Шамплен, обследуя земли на юго-востоке современной Канады, заложил на левом берегу реки Святого Лаврентия, на месте давно заброшенного иракезского поселения, форт, который назвал Квебеком. На языке местных индейцев это слово означало «место сужения реки». Шамплен служил в качестве управляющего города всю жизнь. Население города насчитывало 28 человек. Городок быстро разбогател на торговле мехами и вскоре стал крупным процветающим портом. В настоящее время Квебек – восьмой по величине город в Канаде. В этот день, 107 лет назад, состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник». На момент постройки это был самый большой в мире пассажирский лайнер. Но во время первого же рейса корабль потерпел крушение и через 2 часа 40 минут затонул. На борту находилось 2200 человек, из них выжило лишь 712. В результате судьи постановили, что корабль затонул вследствие столкновения с айсбергом, вызванного чрезмерной скоростью, с которой его вели. Уголовную ответственность за крушение «Титаника» никто не понес, поскольку причиной катастрофы послужили погодные условия. Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции. В этот день организовывают мероприятия по пропаганде образа законопослушного водителя и пешехода. Проводят конференции с участием деятелей науки, культуры, политики, а также многочисленные общественные акции. Особо отличившихся работников госавтоинспекции, а также ветеранов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают в этот день почетными грамотами и государственными наградами. Кроме того, сегодня отмечают День образования Республики Алтай, Международный день бросания камня, День вдали от солнца и День тайной дружбы. 3 июля в 1883 году родился австрийский писатель Франц Кафка. Среди самых популярных его работ выделяют романы «Америка», «Процесс» и «Замок». Известно, что перед смертью Кафка завещал сжечь все неизданное, но его друг Макс Брод все равно опубликовал произведение. Его непослушание явило миру загадку – литературную и философскую, над решением которой бьется уже не одно поколение исследователей творчества писателя. Сегодня день рождения отмечают британский драматург, режиссер, сценарист и критик Том Стоппард, американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Том Круз и российская актриса театра и кино Анна Михайловская. К новостям округа. Ремонт дорожного покрытия, устранение ям, повышение безопасности на дорогах и снижение уровня преступности в муниципалитете по итогам 2022 года. Об этом рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов в ходе ежегодного отчета в окружной администрации. Подробности в следующем сюжете. Местные жители уже ощутили на себе изменения качества дорог в округе. За прошлый год их состояние значительно улучшилось. Рабочие устранили 7500 ям общей площадью почти 50 тысяч квадратных километров и отремонтировали 34 автодороги. Чтобы покрытие служило дольше, использовали новые асфальтобетонные смеси. Все это помогло снизить количество аварий.
Положительная статистика и по снижению травматизма на железнодорожных путях. Для этого мы ликвидируем опасные тропы, благоустраиваем подходы, подходы к платформам, проводим совместные рейды и занимаемся информированием граждан. За прошедший год смертность на железнодорожных переходах, переездах снизилась на 13%. Плотное взаимодействие с полицией и прокуратурой привело к тому, что в 2022 году Одинцовский округ стал лучшим в регионе по обеспечению безопасности жителей. Общее число преступлений уменьшилось на 2%. По отдельным категориям мы и вовсе видим отличную статистику. Разбоев стало меньше на 10%, грабежей на 3,6%, краж на 28,9%, почти на треть. Общий процент раскрываемости по сравнению с прошлым годом увеличивался и составляет почти 72%. 144 преступления раскрыты с помощью системы «Безопасный регион». В 2022 году в округе установили 7500 видеокамер в школах, детских садах и на других социальных объектах. Это самый большой показатель в Подмосковье. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Скоро возле дома номер 9 по бульвару Любы Новоселовой появится долгожданная новая детская площадка. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проверил ход благоустройства этой территории. Также парламентарий осмотрел, как преобразуются другие дворы и улицы в Одинцове. О нужных жителям преобразованиях Полина Бахова. В рамках проекта «Городская среда» и отработки наказов народной программы депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков проверил, как проходит преобразование дворов и улиц Одинцова в летний период. Хорошо, что погода позволяет проводить уличные работы по благоустройству, по укладке нового асфальтового покрытия, подготовке бордюров и пешеходных переходов. Поэтому уверен, что строители справятся, сделают необходимую работу. Детская площадка у дома номер 9 по бульвару Любы Новоселовой существовала и раньше, но основание ее было грунтовым, поэтому после дождя всегда образовывалась грязь. Теперь здесь будет современное резиновое покрытие. Кроме того, прилегающие к ней дороги также благоустроят. Будет новое покрытие асфальтовое, соответственно, движение станет лучше, безопаснее. И уверен, что жители уже этого ждут довольно давно, и результат будет. Возле дома номер 105 по Можайскому шоссе проводится благоустройство парковки. Она будет расширена. Для удобства здесь изменят проезд во двор и обновят асфальт. Благодаря этому движение станет комфортнее и безопаснее. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». К новостям региона. Центральная библиотека имени Розанова в Сергиевом Посаде объявила о начале приема работ для участия в литературном конкурсе «Пастернаковское лето-2023». На конкурс принимаются произведения в электронном виде или на бумажном носителе, в стихах или прозе на любую из тем. О природе, России, творчестве Бориса Пастернака, на духовные темы и для детей. Подать заявку можно до 1 сентября, а подведение итогов состоится 24 сентября. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте библиотеки. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Двадцатого июня в Московской области начался прием абитуриентов на программы среднего профессионального образования. На данный момент подано уже свыше 6500 заявлений, более чем от 3000 будущих студентов. По итогам первой недели абсолютным лидером по востребованности стало направление информационной системы и программирования. Также среди будущих студентов популярны системное администрирование, логистика, ремонт автомобильных систем и поварское дело. В этом году в 40 средних специальных учебных заведениях выделено 17 700 бюджетных мест. Прием ведется в электронной форме через региональный портал госуслуг. Заявления принимаются до 15 августа. 6 июля в Подмосковье стартует вторая волна записи в первый класс. Будет открыт прием заявлений в образовательные учреждения не по месту регистрации. Запись ребенка в желаемую школу возможна при наличии там свободных мест. Подать заявление можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области до 5 сентября. Ответ по заявлению поступит не позднее 5 рабочих дней с момента подачи. Оригиналы документов не нужны, все проверяется удаленно. В детских лагерях Подмосковья сейчас отдыхают около 23 000 детей. В районе работает 109 загородных лагерей и 5 палаточных.
Еще примерно 1200 ребят отправились на Черноморское побережье. В лагерях их ждет масса активностей. Творческие кружки, спортивные мероприятия и состязания, занятия робототехникой, конкурсы, викторины и многое другое. Переходим к новостям округа. Автомобиль – транспортное средство повышенной опасности. И порой на дорогах может случиться все, что угодно. Неприятная история, произошедшая с жительницей Одинцова, закончилась благополучно благодаря случаю и отзывчивости сотрудника Одинцовской госавтоинспекции Максима Соловьева. В преддверии профессионального праздника с героем пообщался наш корреспондент. Они стоят на страже порядка дорожного движения, зорко следят за каждым его участником, напоминают о правилах, разбираются в происшествиях, спасают жизни. С 1936 года сотрудники госавтоинспекции несут свою непростую службу. Каждый день совершают маленькие подвиги. Так, уже возвращаясь со смены, инспектор дорожно-патрульной службы Максим Соловьев не проехал мимо стоящего на аварийках автомобиля. Увидел транспортное средство, стоящее на проезжей части аварийной сигнализации. Остановился и предложил помощь, так как была трасса очень оживленная, и машину нельзя было оставлять на проезжей части без присмотра. Оказывается, машина сломалась. Что делать в такой ситуации, молодая женщина, да еще с маленьким ребенком, просто не знала. Лейтенант полиции помог разобраться в ситуации, а главное, успокоил и поддержал. Профессиональный праздник, день госавтоинспекции, автолюбительница приехала поблагодарить и поздравить своего спасителя. Мы хотим поздравить с профессиональным праздником сотрудников ГИБДД России и отдельно, конечно же, поздравить и поблагодарить сотрудника Одинцовского ГИБДД Максима Ивановича за то, что в трудную минуту не оставил нас на дороге, обеспечивал безопасность дорожного движения и оказывал нам всяческую поддержку. Спасибо большое, с праздником! Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». К новостям Москвы. В день московского транспорта в столице пройдет парад ретро-транспорта. Колонна отправится от станции метро Новокузнецкая. Москвичи смогут рассмотреть вагоны и сфотографироваться на их фоне. В течение дня перед посетителями также будут выступать артисты проекта «Музыка в метро». Что еще интересного произошло или произойдет в ближайшее время в столице, узнаем прямо сейчас. В Москве прошло награждение премиями в области архитектуры и градостроительства. Их получили авторы проектов жилых зданий, школ, бизнес-центров. В частности, в номинации «Объект культуры» жюри выделило проект павильона «Атом» на ВДНХ. Лучшим объектом школы признали здание для 825 учеников на Летной улице. В рамках форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» впервые прошел конкурс перспективных российских брендов. На него поступило порядка 5000 заявок. Победителями стали 32 бренда из 21 региона России. Одним из победителей конкурса стала компания по производству высокотехнологичной одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта. Авиасалон «Макс» в этом году не состоится. Он традиционно проходит раз в два года в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. Салон позиционируется как главная международная выставочная площадка, где показывают новейшую российскую и зарубежную авиатехнику. Предварительно показ перенесен на 2024 год. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Далее в программе вы увидите. Образование и медицина. Какие изменения произошли в этих направлениях в округе и над чем еще предстоит поработать в сюжете ОТВ. Губернаторская программа. Насколько региональные меры соцподдержки помогают привлечь педагогов в подмосковные учреждения образования, выяснил наш корреспондент. Поколение 2023. Лучших выпускников Одинцовского округа поздравил глава муниципалитета Андрей Иванов и вручил им заслуженные медали. Отчет о блоке социальных тем глава муниципалитета в ходе своего ежегодного выступления перед жителями округа начал с приоритетных направлений – здравоохранения и образования. Какие изменения произошли в этих направлениях и над чем еще предстоит поработать, расскажем в нашем сюжете.
Быть здоровым и образованным, пожалуй, главное, чего желает буквально каждый. В нашем округе для этого создаются все условия. Прежде всего, открываются новые медучреждения, которые так необходимы населению отдаленных уголков муниципалитета. Среди них офисы врача общей практики в Звенигороде и в Савинской Слободе. Кроме того, проводится капитальный ремонт существующих зданий и постоянно обновляется медицинское оборудование. В конце этого года был сдан новый оперблок с многопрофильными 8 операционными шикарными, что позволило в дальнейшем сделать наше учреждение многопрофильным. Открытый в начале года центр диспансеризации в Одинцове сразу зарекомендовал себя положительно. Ведь именно своевременная проверка позволяет выявить болезнь на ранних стадиях и порой спасти жизнь. Но никакая техника не вылечит без квалифицированных и опытных специалистов, резюмировал глава. Хотел бы в этом блоке дать поручение профильному заместителю. Ну, во-первых, сопровождать работу по привлечению кадров. Это очень важно. Никакие стены, здания и аппаратура сами по себе людей не лечат. И для нас важно, чтобы все медицинские учреждения нашего округа были укомплектованы на 100%. Как врачами первичного звена, так и узкими специалистами. Быстрыми темпами улучшаются показатели и в системе образования. Открываются новые детские сады, строятся школы, реставрируются старые здания образовательных учреждений. Комфортные условия привлекают профессиональных педагогов и, как результат, высокие оценки, победы на олимпиадах, блестящие знания. Мы стараемся участвовать во всех лучших мероприятиях, во всех проектах. Вы сами слышали цифры. Это победители олимпиад, это стобальники, это медалисты, это великолепные учителя, это неплохие руководители. То есть система работает слаженно. Чтобы сделать ее еще лучше, в нашем округе разрабатывается проект так называемой «Школы будущего». Уже намечены шаги по его реализации, и, возможно, в скором времени мы увидим, как может работать «Школа мечты». Полина Бахова, Илья Павлов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Увеличение зарплаты коснется порядка 110 тысяч человек. Об этом в своем ежегодном обращении к жителям рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Меры соцподдержки направлены на повышение мотивации представителей благородных профессий и рост качества образования в стране. Какие доплаты полагаются педагогам в Подмосковье в материале ОТВ. С 1 июля предусмотрена индексация зарплат для медиков, учителей, работников культуры и социальной сферы. Об этом в своем обращении к жителям Подмосковья рассказал губернатор Андрей Воробьев. С 1 июля мы поддержим отдельные категории работников. Это медики, соцработники и работники культуры. Мы проиндексируем зарплаты от 8 до 10%. Увеличение коснется порядка 110 тысяч человек, а уровень доплат в зависимости от позиций составит от 5 до 12 тысяч рублей плюсом. Год назад в регионе ввели доплаты учителям и директорам тех школ, которые дают высокие результаты. Теперь на территории Подмосковья меры соцподдержки вводятся руководителям, педагогам, в том числе школ искусств и мастерам 10 лучших региональных колледжей. Каждый педагог получает доплату за интенсивный труд. Помимо этого, доплату получают классные руководители. 3 года молодые специалисты поддерживаются правительством Московской области. Практика очень желаемая и желанная – это социальная ипотека для педагогов. Есть программа «Земский учитель». Все это непосредственно делает Московская область. Поэтому последние годы в Московскую область учитель идет. Преобразования внедряются в школах, а в итоге выигрывают дети, которые получают высокие базовые знания и возможность продолжить обучение в лучших вузах страны. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Министерство здравоохранения предложило допустить студентов-ординаторов к работе на должностях врачей-стажеров. Это должно частично решить кадровые проблемы в сфере медицины. По проекту заявление на допуск врача-стажера может быть подано не ранее, чем через год после начала обучения специалиста в ординатуре. Окончательное решение о приеме на работу будет принимать специальная комиссия. С другими новостями России познакомим вас прямо сейчас. –
Завод «Уральские локомотивы» показал первый полностью российский электропоезд «Ласточка». Визуально состав кажется менее широким, имеет более вытянутый нос, большие квадратные окна с закругленными углами. Над сиденьем есть полки для ручной клади. Правительство России утвердило список семян, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября. В перечень вошли семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Исключение может быть сделано только для ввоза из стран членов Евразийского экономического форума, а также для транзита и ввоза физическими лицами для личного пользования. С 1 июля российские поликлиники начали оказывать психологическую помощь. Таким образом, у врачей появилась новая специализация – медицинский психолог, а в поликлиниках – кабинеты медико-психологического консультирования. Пациентам будут проводить клинико-психологические исследования и выдавать направления на лечение. И вновь к новостям нашего округа. На площадке волейбольного центра прошел торжественный праздник для лучших выпускников Одинцовского округа поколения 2023. 347 умников и умниц прошли по красной ковровой дорожке. Поддержать золотую молодежь пришли родители и друзья. А поздравил ребят глава муниципалитета Андрей Иванов. Вот так уверенно и смело вчерашние школьники шагают во взрослую жизнь. 347 умников и умниц со всего Одинцовского округа прошли по красной ковровой дорожке. Каждый из них – обладатель золотой медали, высшей степени отличия за успехи в учебе. Медаль – это кропотливый труд, это каждодневный труд. Позади 11 лет блестящей учебы, впереди новые горизонты. Путь медалистов сложен и тернист, но ярок и прекрасен. У меня с самого первого класса была цель учиться только на одни пятерки. Так и случилось. На протяжении 11 лет я не получил ни одной четверки за триместр даже. И мне папа все время говорил, ты не устал еще свои пятерки получать? Ну, смс-ки же приходят. Я говорю, нет, конечно, ну, хочется быть лучше всех. Лучшие из лучших улыбались, шутили и охотно рассказывали о планах на жизнь. Глядя на ребят, сразу становилось понятно, кто перед тобой. Политик, прекрасная нимфа, роковая красотка или даже будущая актриса. Я хочу стать актрисой, сниматься в кино, и я думаю, что у меня будет еще немало ковровых дорожек на моем пути. Хочется стать экономистом или политиком, очень сильно хочется депутатом Государственной Думы быть, очень сильно хочется изменить и страну нашу, но она и сейчас сильна, но хочется еще лучше ее сделать. Я буду инженером ракетных войск. Мне нравится эта сфера деятельности, надеюсь, что мне получится. Я пойду в педагогический по стопам моей мамы. Это моя мечта с 6 лет. Я 6 лет была уверена в том, что я буду учителем. Очень долго думала, какого именно предмета, но остановилась именно на русском языке и литературе, потому что я гуманитарий, мне это проще, мне это удобно. Молодые, перспективные и невероятно талантливые. Каждый из них усердно трудился на протяжении всех лет обучения, чтобы достичь этой высокой оценки своих знаний и умений. Но школьный выпускной бал бывает лишь однажды, и готовились к нему не менее тщательно, чем к сдаче ЕГЭ. Я выбирала платье в свадебном салоне. У меня на выпускной было свадебное большое платье. Сюда решила пойти как на красную дорожку, готовлюсь к будущему. И да, это образ, который бы я хотела надеть. Я его так и представляла в голове. И решила, раз у меня цвет красный, бордовый, то и платье должно быть такое же. Вот. Я выбрала этот цвет, потому что он символизирует мой пылкий характер. Вот. Поэтому я считаю, что платье должно соответствовать девушке. Нет сомнений, что каждый из этих счастливцев добьется желаемого. Ведь свою волю к победе они уже доказали. Мария Гусакова носит гордое звание мультистобальника. Она получила высший балл за ЕГЭ по русскому языку и литературе. Это подготовка долгая. К литературе я готовилась 2 года, к русскому языку 1 год. Плюс это поддержка моих родителей, которые на меня никогда не давили, не требовали от меня высоких результатов. Мне просто давали возможность подготовиться хорошо. Ну и, наверное, баланс времени. У меня всегда было время на отдых, на занятия спортом. Я могла отвлечься от ЕГЭ. Администрация округа не осталась в стороне. Для ребят организовали торжественный праздник – бал медалистов поколения 2023. Глава муниципалитета обратился к молодым девушкам и юношам с напутствием. Вы огромные молодцы. И свой жизненный путь уже начали с побед и достижений. Поэтому сегодня вы здесь. Пожелать я вам хочу одно и самое главное – не теряйте запал. Ваш внутренний огонь не должен гаснуть. Время не стоит на месте, и вчерашние ваши заслуги быстро превращаются в тыкву.
все вокруг меняется очень быстро. И только постоянное обучение, только постоянная ежедневная работа над собой дают результат. Торжественная часть длилась больше часа. И как иначе? Ведь за заслуженной наградой на сцену приглашался каждый выпускник. Слова благодарности звучали также в адрес учителей и родителей. Денис Майданов подарил наставникам музыкальную композицию. В жизни такой большой, сердце твое всегда со мной. Школьный мой, любимый мой учитель. На этом сюрпризы не закончились. Танцевальный мастер-класс для золотой молодежи провел Евгений Папунаишвили. Финалом мероприятия стало выступление Клавы Кока. Будущие учителя, программисты, дипломаты и врачи с удовольствием подпевали известные хиты и двигались в такт музыке. Впереди у них счастливая взрослая жизнь, полная ярких событий. И хочется верить, что, достигая поставленных целей, они будут с любовью вспоминать тех, кто дал им крылья. Когда наши ребята получают аттестат, медаль и покидают стены школы, это всегда грустно. А так мы всегда счастливы. Наши детки выросли, мы их отпускаем в новый мир. Елена Краева, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Больше 2000 домов в Англии остались без электричества из-за гуся. Птица ударила по кабелю, что привело к отключению электроэнергии. Инцидент произошел рано утром. Пострадали люди, проживающие в городах Уиган и Болтон. Примечательно, что похожий инцидент уже имел место быть в этом районе Англии год назад. Тогда из-за гуся произошел обрыв силовых кабелей в городе Блэкрот, недалеко от Болтона. Это привело к пожару и кратковременному отключению электроэнергии. Что еще происходит в мире, узнаем в нашей рубрике «Новости мира». Датские исследователи нашли глиняные таблички из древней Месопотамии, которые зафиксировали поцелуй. Табличкам по примерным подсчетам более 4500 лет, а значит, теория о зарождении традиции целоваться в корне неверна. Поцелуи оказались на 1000 лет старше, чем предполагалось ранее. Впрочем, изначально поцелуи носили отнюдь не романтический характер, а были скорее способом для матери накормить пережеванной пищей своего ребенка. В США завершился конкурс на самую уродливую собаку. Он проводится ежегодно уже 50 лет и призван поддержать собачьи приюты, в которых содержатся в том числе животные с дефектами. Титул самого уродливого питомца получил пес по кличке Скутер породы китайская хохлатая, чья хозяйка приехала из соседней Аризоны. Скутера щенком принесли в ветеринарную клинику, чтобы усыпить. Вероятность того, что пес вырастет и сможет ходить, казалась почти нулевой. Однако врачи дали Скутеру второй шанс и нашли ему хозяйку. Многократный рекордсмен из Испании завоевал новый титул, пробежав 100-метровый спринт в туфлях на каблуках. Кристиан Роберто Лопес Родригес обулся в непривычную обувь с 7-сантиметровым каблуком и потратил 12,82 секунды, чтобы пробежать 100 метров. При этом 34-летний спортсмен обошел предыдущего рекордсмена Андре Артольфа, который в 2019 году пробежал такое же расстояние за 14,2 секунды. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 21-23 градуса тепла, ночью около плюс 15. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Геомагнитное поле спокойное. На этом наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в Одинцовском округе смотрите в наших информационных выпусках. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале «Про округ». Ну а с новостями молодежной редакции можно ознакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро» на ОТВ. С вами была Елена Краева и Наталья Гончарова. Мы желаем вам всего самого доброго, удачного дня и удачной рабочей недели, ведь сегодня понедельник, 3 июля. Всего вам самого доброго. До свидания. Берегите друг друга. До свидания.